особенности, но глобально это все тот же персонаж. В смысле, сейчас я что-то сбился немного с мысли. Давайте так, я сейчас подытожу следующим образом, что Оливер, которого вы играете, это, конечно, ваша индивидуальная история. И Оливер, он слегка отличается. Какой-то Кел убил, какой-то не убил. Какой-то сожалеет об этом, какому-то нет. Какой-то приставал там к Юле, кто-то нет. И вот он в вашем сердце, этот Кел. Оливер, чувак, Вот, блин, Оливер. Оливер. Я просто сейчас за Кела играл и это, приучил себя говорить Келу. И наоборот, не надо. И вот пол персонажа, он очень сильно влияет на повествование и возраст. Вот мы зачем опрашиваем возраст? Мы говорим, на самом деле, о тех проблемах, которые будут в следующей игре. Потому что, например, повествование за девушку 18 лет или за девушку 35 лет или 23 лет или мужчину такого, да, это разное повествование. И поэтому мы проводим эти опросы. Вот ты можешь что-нибудь добавить про возраст? Про возраст, ну да, я вижу, Андрей нас так вернул немножечко к теме Да, смотрю. обсуждения. Вот, я на самом деле думаю о том, что, ну, если вы внимательно посмотрите на вот эти вот опросы, вы поймете, что каждый человек, который голосовал, он практически, ну, в большинстве случаев он голосовал за персонажа своего возраста. То есть это лишний раз на самом деле подтверждает то, что мы все в каком-то смысле в любой истории хотим увидеть нечто личное, то есть некую историю себя. То есть мы понимаем, мы, конечно, понимаем, что это другой герой, что он живет в другом мире, что Оливер это, так сказать, не ты. Вот. Но в то же время нам хочется вот этой вот узнаваемости, нам хочется, чтобы герой был, конечно, нам близок. То есть, на самом деле, этот опрос, он, ну, мы к нему отнесемся, мне кажется, серьезнее, чем может показаться. То есть, скорее всего, мы будем, исходя из нашей текущей аудитории, мы будем, на самом деле, анализировать, действительно, сколько лет будет следующему герою и какого он будет пола. Вот. Ну, единственное, что касается насчет пола, как я знаю, сейчас с небольшим перевесом побеждает женский персонаж. Вот. И это я тоже, в принципе, могу понять, потому что, ну, я вот помню, когда проходил, например, первый-второй Fallout, да, я люблю Fallout вспоминать, вот, когда проходил первый-второй Fallout, я большую часть тех раз, когда я проходил раз 10, наверное, 12, я проходил за женщину. Ну, просто потому, что мне нравилось играть женским персонажем. Вот, то есть это как бы никак не должно говорить о моей внутренней самоидентификации. Вот, но мне просто нравится возможность поиграть за женского персонажа. То есть я думаю, эту возможность, в общем-то, стоит. А вот, Слав, а вот сейчас ты бы стал бы играть за женского персонажа? Я думаю, вот ты спрашиваешь конкретно про персонажа в Fallout или где? Ну, давай вот в Fallout, например. Ты В знаешь, каком Fallout только? Давай уточним. вот ты знаешь, когда я проходил Нью-Вегас, например, я играл за персонажа мужика. Ага. Ну, так вот сейчас ты бы за кого бы хотел играть в целом? Сейчас, наверное, 50 на 50. То есть, мне кажется, я бы даже монетку кинул, за Ничего кого бы я себе. стал играть. Интересно, кстати. Вот я просто по своему опыту скажу, что я всегда играю за мужчин. Ну, просто всегда играю за мужчин. И при этом всегда играю за воинов хэт-ту-хэшных. То есть мне очень нравятся доспехи, вот всякие такие штуки, короче. Я вот всегда играю. Ну, иногда играю за два. Но в целом, чаще всего, именно просто хо. Даже вот если есть выбор расы, да, какой-то там необычный, то я всегда предпочитаю вот играть за мужчину. Не знаю, ну, как бы, вот. Поэтому мне всегда была интересна мотивация людей, которые играют не за свой пол и не за свой возраст. То есть я даже еще вот это хочу добавить. Потому что, ну, и хотя, знаете, я на самом деле понимаю, вот, например, ну, допустим, возьмем World of Warcraft, там, я не знаю, любую игру там, да, Fallout тот же самый. Ведь смотрите, там же не рассмотрены проблемы возраста и проблемы пола. Вообще говоря, да. То есть одно дело, когда ты создаешь персонажа в RPG, да, и ты на самом деле в каком-то смысле хочешь его сделать похожим, может быть, в чем-то на себя. Или наоборот,
ты, так сказать, акцентируешь внимание на тех чертах, которые бы ты хотел развить. Вот, то есть... А когда ты, допустим, играешь, там, я не знаю, в какой-нибудь сетевой шутер, где ты просто выбираешь модельку персонажа, да, вот, то... Как бы тут, мне кажется, без разницы, за кого ты, за парня, за девушку и еще за кого. Вот, то есть, конечно, мне кажется, тут зависит все от уровня идентификации действий героя с твоими действиями. Mm-hmm. То есть, есть как бы игры, где это важно, где это требуется, где это происходит. А есть игры, где пол героя, он чисто номинальный. То есть, ну, он по факту ничего не значит. Да, просто хотел добавить, что вот я, так сказать, морально уже готовлюсь к женскому персонажу. И я вот открыл для себя такую писательницу Элис Монро. Это канадка. Она вот написала... Она пишет короткий рассказ. Если почитать, они довольно легко читаются. Они потрясающие, вот они такие пронзительные, очень женские. Там, конечно, чаще всего герои — это именно женщины. Но она настолько ловко вот ловит это ощущение, что, ну, просто вот передать. Допустим, наша игра, она все же... Мне вот хочется, то есть, вот как я вижу развитие дальнейшее, это именно приближение вот к этому вот, к ощущению героя, к ощущению жизни героя, а не только вот именно вот это какое-то безумное, не только безумное приключение, в котором мы там захватываем демонов и так далее, а именно вот какой-то, знаете, какой-то вот даже какой-то своего рода чувственный личный опыт. Мы это уже стараемся, мы уже это делаем, да, но я хочу это усиливать, этот эффект, потому что, ну, он очень потрясающий, конечно. Когда ты понимаешь, что твой герой, он именно прямо живой, и он понимает тебя, он такой говорит, ты думаешь такой, он такой же, как я. Это же настолько прекрасно. Ой, вот, слушай, я сейчас немножечко заторможу, так сказать, твой поток мысли. Я вижу, что у нас очень большое количество вопросов идет. Ага. То есть, что мы сделаем? Мы будем отвечать на них по порядку, но более кратко, или мы, допустим, ответим на часть из них, а часть мы можем сохранить до следующего стрима и ответить на них. Не, давай общаться с чатом, потому что в целом у нас как бы время-то еще есть. И, ну, да, и смешаем, да, формат. Я сейчас прямо отмечу, что мы делаем и то, да. Вот, хорошо, тогда я слежу за списком вопросов. Следующий вопрос, который касался второй части игры, следующий за ним, вопрос такой немножечко пространный такой, а как вам пришла идея на создание игры? Вот, ну это, наверное, здесь тебе, так сказать, слово, потому что идея все-таки изначально была твоя. Вот, я сейчас буквально отойду на пару минут за чаем. Давай, давай. Ну что, все любят чай. Все любят чай, да. Да, понимаю. По поводу, да, игры. Ну, я расскажу так. Я вообще очень много разных платформ играю, не только на компьютере, конечно. Это сейчас, да, там, в последнее время на компьютере, но это связано с финансовым состоянием. Но я вообще играю именно в консольные игры очень много. Я люблю все игры разные. И ПК, и консоль, и так далее. И в частности, вот есть одна серия игр. Это Ace Attorney. Ну, довольно интересные такие визуальные новеллы про детектива. И мне не очень понравились. То есть визуальные новеллы в целом своем, они такие все в основном атомешного жанра. То есть там вот типа там лучший бойфренд или всякие такие. Ну, не все, конечно, но большинство. А вот эту игру, вот как-то я ее как-то вот полюбил. Я вот сыграл в нее и думал, блин, ну ничего себе, как это интересно. Как можно визуально новеллу на самом деле рассказывать много всего. Просто мне всегда нравилась именно драматургия в играх. То есть даже вот когда я работал в крупных компаниях, ну вот я имею в виду в наших русских, я всегда старался какую-то драматургию внести. Но чаще всего, конечно, эти идеи не проходили. И чаще всего берут просто банальные вещи, то есть, ну, самые первые, что попросят, и драматургию никто не развивает. Я подумал о том, что надо сделать игру, которая была бы как бы вечна. То есть мне еще нравится тема вот 2D, да, тем, что оно своего рода вечно. То есть вот сейчас мы нарисовали нашу игру «Левиафан» последние декады, а ведь пройдут там 20 лет, 30, и там ваши дети, там мои дети, они смогут в нее поиграть, и они будут нормально воспринимать. Конечно, там может измениться подход к геймдизайну и такие, ну, всякие такие вещи, но самое главное, что он сможет играть, и у него не будет ощущения, что он играет во что-то такое очень отсталое, старое. И это прекрасно.
И идея пришла к тому, что мы решили сконцентрироваться на драматургии. Вот многие из нас просят там больше головоломок и